Итак, ладно, ребят, всем привет, добро пожаловать, и давайте продолжим проходить Mary Skeletor Final. Вперед! Итак, на прошлом стриме мы остановились на том, что покинули данж, играя за пати Клары. И сегодня начнем с того, что пойдем качать отношения с ее сопартийцами и смотреть тут дополнительные ивенты. Так что вперед! Ну и, ребят, вопрос, с кого начнем? Шира, Рапунзель, Соня или Хамил? Гретл уже... Мы прошли все ее ивенты. В этой главе у нее ничего нету больше. Там вначале был один ивент, который мы проходили, и все. Так. Так. Хамил, Шира. Пусть кого-нибудь сожрет. Так, ну в этой главе у Ширы и у Сони больше всего ивентов. У Хамил только один. Так, еще одна Шира. Так, ребят, нужен решающий голос. За Ширу или Хамил? А, вообще, Рапу появилась. Короче, прекрасно. Теперь за всех ровно. Шира, все. Привет, ребят, еще раз всем, кто только подошел, и погнали. Так, Шире, надо найти подарки для нее. Во-первых, ей нравится... Ой, да у нее много там что. Ей нравится там книжка для взрослых, например. Во. Серьезно? Шире нравится... Ну, сломанная расческа. Анта, сенсу ива не! Гохобио агеру ва! Укетори насай! Так, окей, спасибо за ответный подарок. Аригато! Окаши ни тоттеоки но моно агеру ва! Серьезно? Какая радость у Ширы из какой-то расчески сломанной. とっておきのものをあげるわ。 Так. О, эссе, как быть более дружелюбной сестрой. Это тоже ей нравится. Ну, я сразу подарю ей несколько вещей, чтобы побыстрее прокачать полоску отношений, потом тупо читать ивенты один за другим. Ну, Артём, не знаю, для чего будет использовать, но это уже ее дело. Здравствуй, Лилия. Как? Отлично. Так, все, хватит. Так, на пока что хватит. Вперед! Ураямаши. Зависть. Зависть?
касательно того, что Ши рассказала на днях. В конце концов, я действительно не могу понять это. Что она имела в виду, что, сказав, что испытывает зависть? Помимо прочего, Шира-сан выглядела так, будто сейчас заплачет. Да, все-таки в конечном итоге придется поговорить с ней напрямую. Я должна просто взять себя в руки и пойти это сделать. И потом я все пойму. Так что давай, вперед, поспеши. Шира-сан, я иду к тебе. Она пытается саму себя подбодрить. Здравствуй, Каэда, добро пожаловать. Шира-сан. Ты чё так внезапно выходишь? Ты меня удивила. Да не, я не думала, что тут кто-то есть у выхода. Кстати говоря, а что ты делаешь, Шира-сан, сразу, находясь перед палаткой? Ну, это... Какое-то неуютное молчание прямо. Давным-давно... У меня был маленький мерхен. Он был, ну, то, что называют обычно домашним животным. Понятно. Значит, у тебя был мерхен, что был твоим домашним питомцем. Ничего себе. Да нормально же. Или разве есть в этом что-то плохое? Я прятала его какое-то время. А потом старшая сестренка Веселица узнала про него и сказала: «Я завидую». Потом она отобрала его у меня и убила. Старшая сестренка Виселица, она вот такая, всегда хочет чужое получить себе. А когда это получает, теряет интерес. Так, Каэда, насчет того, что ты написала. Да, конечно. В описании, но это не обязательно. Тот мерхен для Ширы действительно был очень важен. Однако для старшей сестренки Виселицы он был просто игрушкой. Вот как, не может быть. То, что у меня был мерхен в качестве домашнего животного, на меня смотрели как на дуру из-за этого. Старшая сестренка Мэй вообще смеялась надо мной из-за этого. Однако старшая сестренка Гильотина, она сказала, что она поможет мне, но... То, что с помощью силы ядра она создаст
похожего Мерхена. Хотя, ладно, все. Хватит об этом. Глупости все это. Просто я действительно начала завидовать, Клара, тебе. То, что у тебя есть близкий человек, который тебе как семья, о котором ты так заботишься. У Шеры нету никакой семьи, ни друзей. У нее нету никого, кем она могла бы настолько же дорожить. Лишь воспоминания, но очень старые. Шира ничего не имеет больше. Поэтому я завидую Кларе. И из-за этого на днях я сказала тебе эти ужасные вещи и... Клара? Почему? Почему ты не сказала это раньше? Э? Так, подожди. А ты что, плачешь? Это ужасно. Твои сестры просто ужасные. Шира-сан, ты пережила такой ужасный опыт. И плачет. Эй, ну не подходи ко мне так близко. Все, теперь все в порядке, Шира-сан. Больше плохих людей нету с тобою. Ты меня прощаешь? Блин. Я никого не прощу. Я никому не позволю издеваться над тобою. Я всем покажу атаку Клари, кто попытается издеваться над тобой. Клара. Клара. Клара атака, да ты. Ювасоне. Атака Клары, да? Ну, ты выглядишь слабой. Не смейся надо мной. Я действительно много на что способна. Я могу то еще сделать, нечто. Да. Клара, что ты думаешь о Шере? В смысле, что это за вопрос вообще? Мы едим вместе каждый день. Разговариваем, смеемся. Постоянно вместе. Очевидно же, ты для меня важный друг. Понятно. Значит, есть люди, которые будут плакать за Ширу. А? Ты что-то сказала? Не, ничего. Какая она счастливая. Ну, ребят, как вам история Ширы? Так, мы открыли новый навык. Geno Range Rush. Да. Ну что ж, идем дальше. Класс. Да блин, прямо захотелось реально обнять Ширу и сказать все хорошо. Ну ладно, Клара сама плюс-минус сделала то, что нужно. Так. Идем дальше. Наелась-то наелась. Еда была действительно очень вкусной.
Так. Широ-сан где-то там находится, ушла. А Соня сейчас, должно быть, спит. Да, хорошие друзья. Так, ладно, нужно вернуться в свою палатку, но нужно осторожно, чтобы никого не разбудить. Звуки. Оп. О, плохо. Нужно быстро спрятаться где-нибудь. Хочу, чтобы меня увидели. Эх, спать. Немури то ещё не охирене сурето, кимучиёкте, цуи гуссури нечау но ё не. Вот поспала я, предыдущая фраза, правильнее будет. Да уж, когда я сплю рядом с Соней, всегда так приятно, так хорошо себя чувствую. Прямо рядом с ней можно поспать как следует. Соня, ты нечто. Иногда, когда я вижу, что ты просто спишь, я не понимаю, о чем ты вообще думаешь. Однако она действительно очень добрая. И рядом с ней... Чувствуешь себя действительно очень спокойно, всегда можешь успокоиться, если есть какие-то спокойства, грубо говоря. Я уверена, что именно поэтому все тебя так и любят. Все еще спишь? Ну, продолжай спать. И не только Соня это касается. Все здесь в округе очень добрые. Поначалу я действительно была сбита с толку. Потому что я никогда не видела столько доброты со стороны кого-то. Но после того, как я очутилась здесь... Все мне помогли. Я действительно поняла, что это не так уж и плохо. Широ-сан, так вот каковы твои мысли. Рапунцель, эгоистичная. И ведет себя как ребенок все еще. Вот почему мы постоянно ссоримся. Но... Однако быть вместе действительно очень весело. Наверное, именно такова была бы моя жизнь, если бы у меня была такая младшая сестра. Младшая сестра? Если Рапу-сан сейчас бы услышала эти ее слова... то у них точно началась бы ссора. Хотя это было бы миленькой ссорой. Глетерва, нанка кувай кидо. Вару яц жанайши. Нанда канда де, тайори ни нару но йоне. Гретл действительно может быть пугающей. Но она неплохая. На нее действительно можно положиться. Кувай кидо. Но мне все равно страшно. Да, в конце концов, Гретл ее пугает. Хамеруа, бака де доджи де, котоба ками-ками да кедо. Нанка, бака митай ни акарукте. Иссо ни иру то, наями о васуречайсо ни нару но. Хамел, та еще дура. Глупышка. Со словами плохо ладит, когда их нужно произносить. В смысле? Действительно, как дура себя ведет. И однако, когда я с нею,
Однако, когда я с ней, по какой-то причине я забываю прямо о своих беспокойствах. Она дважды повторила: дура. Такуми ва чотто неппой си. Ицуки ва нанка катабуцу да си. Кайде ва уттоуши курай осеккай да си. Такуми. Такуми, он необычный человек, как какой-то старший братик прямо. Но он довольно забавный. Да и Каэда, кстати говоря, тоже забавная. Но бывает иногда шумный. Демо, минна-минна ясашкуте, аттакай. Все такие добрые. Токоро. Я испытываю такую теплоту. Точнее, я чувствую такую теплоту. Хорошо здесь. Думаю, я еще посплю, наверное. Так, стоп, а про меня ничего не скажешь? Вот прямо возьмешь и заснешь? Вот так легко? Ну, Клара... Насчет Клары... Да. Вот, обо мне. Давай еще немного. Насчет нее всегда что-то непонятное. Я ничего не услышала. Что она там сказала в конце? Что она думает обо мне? Хотя стоп. Что я вообще творю? Я сижу и подслушиваю. И я все еще чувствую разочарование, что не услышала все, что хотела. Так, ладно. Нужно вернуться в свою палатку. Тихо, чтобы меня не заметили. И чтобы они не проснулись. Только что голос Ширы я слышала. Насчет Клары, Шира сказала, что ты ей всегда помогаешь, она благодарна за это и любит тебя. Так что, Клара, Шира тебя очень сильно любит. Окей. Это было забавно, мы услышали личные мысли. Так, Шира выучила новый навык Дженно Инферно. Это должно быть что-то мощное, скорее всего, АОЕшное. Привет, Толян, привет, привет всем. Ну, Лилия, я не знаю. Планов много, но сначала закончу это, потом решим, как пойдет. Так, и продолжаем. Что, что, Рапу? Ты ничего не понимаешь. Точнее, Рапу, я тебя вообще не понимаю. Не, Шира, это я тебя не понимаю. Так, тихо-тихо. Вы что, опять ссоритесь? Ну же, нельзя. Вы должны ладить друг с другом. Это все из-за того, что Шира не хочет понять. Шира уже несколько раз говорила, что это она тут старшая сестра. Нет, нет.
Рапу тут старшая сестра. А, понятно, из-за чего спор. Да уж, эти двое прямо как сестры. Однако, кто из них самая старшая, вот в чем спор. Кстати говоря, Широ-сан ранее говорила, что хотела бы иметь такую младшую сестру, как Рапу-сан. Однако, насколько я вижу, они обе хотят занять положение старшей сестры. Так, ну я думаю, в каком-то смысле они обе похожи. Подходит по возрасту, однако. Даже не знаю. Ну тихо-тихо, успокойтесь, вы двое. Серьезно? Ну тихо-тихо, успокойтесь, вы двое. Клара считает, что было бы неплохо, если вы обе были бы старшими сестрами. Двое не могут быть. Или двое... Две старшие сестры, это неправильно. Ой, простите. Шира старше, поэтому она старшая сестра. Нет, ничего подобного. Это Рапунзель старше. О, Good Game опять глючит. Ну, ребят, идите на Твиче или на Ютубе. Меняйте плеер. К сожалению, это проблема самого Good Game, с моей стороны. Так, продолжаем. И на каких основаниях ты старше? Что доказывает, что ты старше? Ну, Рапунзель очень длинные волосы, например. Это все из-за того, что их просто ты не стрижешь. Тогда... Что насчет тебя, Шира? Почему это... На каких основаниях ты должна быть старшей сестрой... Быть старшей сестрой Шира? Потому что я решительный человек. А еще я сильнее, чем ты, Рапу. Вообще-то Рапунзель тоже сильная. Чего? Ну тогда давай, докажи мне. Сейчас я тебе докажу. Сейчас Рапунзель покажет тебе свою силу. Тихо. Тихо, Широ-сан. Рапу-сан. Успокойтесь. Вы не должны драться друг с другом. Секунду. Так. Весь этот спор превращается в действительно нечто опасное. Такими темпами. Такими темпами эти двое товарищей дойдут до кровопролития. Че? Точно. Вдохновление. Вдохновение, точнее. Типа ей пришло какая-то мысль хорошая. Точно, нужно принести сладости. Если они их съедят, то сразу будут чувствовать себя лучше.
И... И, типа, если они съедят печенье, то они обе, по сути, скажут, докажут, что являются младшими сестрами. Ладно. Посмотрим, как это работает. Так, ладно, нужно поспешить и принести сладости. Так, я сейчас вернусь. Вы двое ждите здесь. И не деритесь, поняли? Не могу дышать из-за того, что сбежала. Так, вы двое тут тихо и спокойно ждали меня? Ну, Найт, давайте начнем с первого наперво, с того, что такое старшая сестра. Вижу, и Гретл появилась. Вина тоже побеспокоилась из-за ситуации между Шира, Сан и Рапусан. Ваше определение старшей сестры довольно расплывчато на самом деле. Если вы более четкое... Более четко не попытаетесь описать мне свои мысли, то продолжать этот разговор бессмысленно. Господи, Гретл, конечно, по полной пошла. Так. Шира, касательно твоего определения старшей сестры, что ты сказала ранее. Я тебе задам вопрос касательно этого. Что именно... Какие знания обязательно должна иметь старшая сестра? Второе. Сколько раз вращается Земля? Эти вопросы являются полным бредом. Ты вот знаешь, сколько раз Земля вращается? У тебя есть способ это узнать? А можешь ли ты вообще доказать, что Земля вращается правильно? Я поняла, что она пытается сделать. Значит, Гретл-сан пытается, скажем так, заставить их знаниями доказать, кто больше из них достойна быть старшей сестрой. Ну, все, хватит. То, что говорит Гретл, слишком тяжело. Вообще-то я тут разговариваю про очень простые вещи. Так что давайте вернемся к разговору. Она все еще хочет продолжить этот разговор?
Шира утверждает, что старшая сестра должна быть самой сильной. И один из способов доказать, кто сильнее, например, в схватке с кошмаром. Как минимум, вижу, эти двое больше не ссорятся. Да уж, вот результат того, что сделала Гретл. Так, вы чем занимаетесь? Ну, Хамил, спаси! То, что рассказывает тут Гретл... слишком сложное. Сложно и длинно. Ой, прошу простить. Ага, понятно. Значит, вы хотите, чтобы я вас спасла от длинного... разговор о Гретл, да? Понятно. Простите! Простите, но это невозможно. Гретл действительно в такие моменты может быть то еще занозой в заднице. Так что, до свидания. Покинула их. Э? Она просто убежала как можно быстрее. И... даже практически не заживала свои слова. Договорила. Так, окей. То, что могло доставить нам неприятности, ушло. Так что давайте продолжим. Мне действительно очень интересно, насколько вы серьезно относитесь к причине вашего конфликта. Поэтому я хотел бы все-таки лучше понять ваше определение старшей сестры, а то все пока что очень расплывчато. До тех пор, пока вы меня не убедите полностью, вы останетесь со мной до конца. Почему? Почему? Мы больше не будем ссориться из-за этого. Простите. Прошу прощения. Она смогла, как сказать, заткнуть рты двум детям, которые только что ссорились, и я не знала, как их остановить. Спасибо, Гретл. Ну да, Гретл там действительно начала очень тяжелые темы поднимать, да, аж я чуть-чуть в ступор упал. Так что для Ширы и Рапу это вообще жопа. Короче, если опять у нас будут подобные проблемы, теперь мы знаем, кого звать надо. Так, ладно, с Широй мы закончили. Сколько у нас время? Дальше погнали к Хамил. Так, а что там нравится ей? Камел. Ага. Декоративный меч короля демонов. А где же он? Вот он. Что, только один?
これを受け取るがよい。Так, плюс ей еще нравится новая манга, у меня тоже одна штука. Пикачу! これを受け取るがよい。Ну и типа все. У меня больше нету для нее подарков. どうしたのだ? Ну именно, который ей нравится больше всего. Поэтому придется дарить что-нибудь другое. Так, это у нас для Гретл ручка. Так, кукла это у нас для... Кого там было, я не помню. Для кого-то. Точно не для нее. Пушистое одеяло. Это нравится Соне. Ладно, парочку штук, я думаю, можно подарить. А сейчас натурат нормально? Ребят, я не слишком громким бываю. Так, все, хватит. Есть, открылись ивенты. Правда, пока что один. А, понятно. Не, ну Хамил то, что она вопит, это нормально. Давайте продолжим. Эх. Иногда выполнять вот эту работенку прямо так освежает. Однако я не думаю, что девушка должна говорить самой себе подобные слова. Печаль, печаль. А это там Хамилсон? Что она там делает одна? Она какая-то... На себя не похожа прямо. Что-то не так? Эх. Я вообще-то хочу поспешить обратно в палатку и поспать, но... Нет. Я уверена, что Джексон, если бы был бы здесь, он бы не оставил ее просто так одну. Так что... Я хочу измениться, поэтому должна пойти. Хамилсон, добрый вечер. А малявка? Вижу, ты не спишь такое время. Что-то случилось? Да, мне приснился странный сон. И я проснулась. В этом сне я по какой-то причине там поклялась защитить своих товарищей. И это было все настолько реалистично, что я прямо поверить не могу до сих пор, что это было всего лишь сном. Поэтому я начала задумываться. Что это за сон был такой? Что он значит? Учитывая, что даже после того, как я проснулась, я испытываю... Я испытываю
подобное беспокоящее меня чувство. Да все в порядке, Хамилсон. Это всего лишь сон, не беспокойся ты так сильно. Всего лишь сон? Да, но этот сон может быть результатом моих желаний. Встретиться с Джеком и остальными. А нет. После встречи с Джеком и остальными мне было действительно очень весело то, что у меня появились такие товарищи. И я действительно хочу быть с ними всегда. Однако сейчас мы разделились. Я хочу и дальше проводить весело свое время со своими товарищами. Я хочу защитить их. Я всегда испытываю эти чувства. И вот, наверное, из-за этого мне приснился этот сон. Хамилсон, кстати говоря, до сих пор ни одно слово не заживало. Похоже, она действительно сильно подавлена. Я действительно хочу всех защитить. И учитывая, что эти слова я слышу, точнее, произношу даже во сне, я не могу просто так избавиться от этих мыслей и не беспокоиться. Пожалуйста. Не нужно так отчаиваться. Разве, Хамилсон, ты прямо сейчас не защищаешь своих товарищей? Например, вот я, Хамилсон, ты действительно прекрасно защищаешь меня. Малявка, ты издеваешься надо мной? С чего ты это взяла? Особая осторожность — это оскорбление. И то, что я по некой милостине была перемещена во время схватки с розовыми убийцами. Этот факт меня мучит. Я опять не смогла защитить своих товарищей. Опять? Прости, если я заставила тебя как-то неприятно себя чувствовать. Знаешь, пытаться взвалить на себя слишком много, это не особо хорошо. Ты действительно можешь полагаться на окружающих людей. Я же сказала, не нужно себя особенно осторожно вести со мною. Я проиграла, и это факт. Я была слаба и не смогла защитить своих товарищей. И это боль, которая... Нет. И из-за этого
моя гордость, моей гордости была причинена боль. Ты вообще не понимаешь, что это значит. Потому что ты не кровавая дева. В любом случае, чтобы такая малявка, как ты, смогла по... Нет. В любом случае, такая малявка, как ты, никогда не сможет понять доблестного короля демонов, как я. Так что не лезь не в свое дело. Хамел-сан действительно разозлилась. Она действительно сейчас прямо совсем другой человек, как будто была. Учитывая, что обычно она очень яркая, жизнерадостная, добрая. Да, похоже, что я не могу так же, как и Джексон, общаться с ними. В конце концов, я совершенно в другом положении по сравнению с Джеком. Что же мне делать? Да. Такую Хамел не каждый день увидишь. Так, ладно, мы сколько уже? 50 минут стримим. Давайте тут сделаем перерывчик.